Ну, сами выращиваете, да? Сами. Потому что если не сами выращиваете, то это невкусная морковь будет. Ну, вообще красиво, свежо выглядит. А как вы храните ее? Как все хранят в погребе. Здесь все натуральное, потому что здесь все с грядок. Ничего искусственного от посредников, неизвестного происхождения, неизвестно откуда прибыло, вот таких вещей нет. И недорого, и вкусно, и экологически чисто. Мы это понял, что бесполезно мне прятаться. Это что?